Один из наиболее креативных игроков мадридского Атлетика покинет сейчас поле. Ну, это опасная игра. Я не очень склонен доверять крупным повторам, но не в этот раз. По-моему, накладка была здесь совершенно очевидна. То есть, с одной стороны, да, это мадридский Атлетик, это надо понимать. Ну что, удача на фланг, ускорение, Хамес Родригес, Чичарито входит в штрафную. Опасно, передача, удар, гол! 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 Чичарито! Хавьер Эрнандес! Со всеми удобствами положили этот гол. Хозяева поля. Будет гулять сколько угодно. По лицам разочарованных, убитых игроков мадридского Атлетика и торжествующих. Ну что ж, поле без гола уходит редко. Отличная вот эта комбинация, двойная. И передача нежадная, подарочная. Пожалуйста. Помните, я говорил Криштиану, если поддал Чичарито. Чичарито, если... Криштиану не пожадничал. Криштиану видел, он упирался глазами в мексиканца и сунул мяч ему. Поле без гола уходит редко. Отличная вот эта комбинация, двойная. И передача нежадная, подарочная. Пожалуйста. Помните, я говорил Криштиану, если поддал Чичарито.